А вот и мой гараж. Посажу этого парня под замок, чтобы не мешал мне отлавливать пузатеньких малышей. Посиди пока что тут. Выпустите меня, иначе я буду кричать. Тогда соседи вызовут полицию и вас арестуют за похищение. Кричи сколько влезет, а тебя все равно никто не услышит. Тут нет соседей. Ну тогда я... знаете, что сделаю? Что? Ничего. И это правильное решение, мальчик. Пора ехать за детьми. Но что-то спать охота. Из-за лишнего веса часто устаю. Может быть, пора сесть на диету? И сбросить вес? Или может заняться спортом наконец-то? Нет. Лучше прилечь. Сдремнуть минут на 15, и усталость как рукой снимет. А свой коварный план я успею выполнить. 15 минут ничего не решат. Кажется, мороженщик заснул. Пора подумать, как отсюда освободиться. Дверь заперта снаружи. Тут без вариантов. Выход на крышу заблокирован. Разбить стекло и сбежать через окошко? Ну, тогда мороженщик услышит и вмиг меня поймает. Гаражная дверь на веревочках, а рядом ножницы лежат. Достаточно обрезать веревки, и я на свободе. Но что-то это слишком просто. Как-то подозрительно. Вдруг это ловушка, и мороженщик только и ждет, чтобы я сбежал этим путем. Но нет, я не такой простак, как ты думаешь, мороженщик. Я пойду другим путем. У меня есть железная ложка, которая всегда со мной. Я видел фильм, как заключенный вырыл такой ложкой подземный тоннель, через который устроил побег. А чем я хуже? Терпение и труд все перетрут. Ложечка за ложечкой, глядишь, я уже и на свободе. Нет, что-то это слишком сложно. Лучше, наверное, обрезать веревочки. Ну вот и все. Я на свободе. Нужно посоветоваться с бабушкой, что делать дальше. Интересно, а что это за дверь? Куда она ведет? Или может лучше посоветоваться сначала с бабушкой? Ладно, проверю по-быстрому, одним глазком. Какой-то пруд здесь. Наверное, в нем мороженщик рыбу ловит. О май гад! Еле ноги унес. Это же ужас какой-то. Так страшно. Этот крокодил страшнее самого мороженщика. Ладно, все равно там ничего нет. Значит, Балди, ты говоришь, что мороженщик спит? Да, бабуля. Но надолго ли? Придется тебе, внучок, сесть за руль этого фургона. И по той карте, которую выронил мороженщик, ты доедешь до полиции. Но я плохо вожу автомобиль, бабуля. Сейчас это не имеет значения. Угнать этот фургон — единственный наш шанс спастись. Юху! Мы сделали это! Мороженщик, ты лопух! А? Меня кто-то звал? Пацан сбежал и угнал мой фургон. Нужно попытаться его догнать. Он еще мал и, скорее всего, плохо умеет водить. В этих местах легко заблудиться. У меня есть шансы догнать его. И к тому же не пешком. Ставьте лайки за продолжение, если хотите узнать, что будет дальше. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. А то смотрите, смотрите, а все никак не подпишитесь. Ну, давай, нажми на красную кнопочку.